В жизни женщины много важных моментов. Часто действительно важные моменты остаются без внимания или откладываются на потом. Один раз в неделю, 5 минут, чтобы жизнь не останавливалась, обращайте внимание на любые новообразования, будь они мягкие, плотные, большие или маленькие. Уплотнение как в районе груди, так и в области подмышечных впадин. Раздражение или сыпь неизвестного происхождения, которое не может быть связано с аллергической реакцией на пищу или косметические средства. Отек груди. Небольшой отек может появляться перед или во время менструации, и о нем беспокоиться не стоит. Боль при легком нажатии на соски, какие-либо выделения из сосков. Несимметричность молочных желез. Страшно узнать? Не бойтесь. Рак груди, диагностированный на ранних стадиях, хорошо поддается лечению, поэтому не бойтесь действовать. Несколько простых правил, чтобы жизнь продолжалась в обычном ритме. Регулярная самодиагностика. Раз в год – профилактический осмотр у специалиста. Раз в 2 года – проведение маммографии. Не забывать об этом в обычной жизни. Поднимите руки. Кто за? Поднимите руки.рф.